Сейчас просто неожиданность века. Новое радио слушаю вдруг. Сергей Лазарев, образца 2007 года, вдруг звучит на новом радио. Вообще, новое радио, молодцы, люблю вас за то, что вы не только новые новинки ставите, но и помните хиты прошлых лет. И все вместе, хором! And now you've given me nothing but shattered dreams, shattered dreams. From this empty heart. Ростов, Питер, Москва. 18 декабря в ваших городах пройдет чудесная новогодняя акция «Мешок добра». Сбор подарков для животных из приютов. Каждый из вас может стать Дедом Морозом и подарить радость собакам и котикам. Новый год – это семейный праздник, но совершенно точно он должен быть даже у тех, у кого семьи пока нет. Приходите сами, приглашайте друзей, а приносить можно столько, сколько сможете. 18 декабря, Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Ждем вас. Подробности на сайте всемсобаки.ру. Итак, пожалуйста, все лишние, покидаем площадку. Филипп Бедросович. Мы в предвкушении Нового года. Ну, а то. Да? Не жмет? Корона? Ага. Ну, скоро будет жать, поэтому есть кому передать. Это продолжение, да, ролика? Мы снимаем, будет самый классный Новый год на НТВ, смотрите. Не пропусти. Маска и аватар.